читаете мировую классику, как рисунок из нейросети. Когда-то давно, когда я еще был маленьким, потому что это колено, оно одно. Привет, новые фильмы выдумывают те, у кого старые плохие. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел замечательную мелодраму «Лед 3». Итак, фильм о завоевании Кубка Льда дочерью героев предыдущих фильмов, а заодно и, очевидно, для расширения зрительской аудитории, а то сколько их там, этих фигуристов, о завоевании какого-то важного хоккейного Кубка Петрова. Ну и, конечно, про любовь. Не смотри, не смотри. С программой помогу. Если вы любите мелодрамы, то вам же не важно, над чем рыдать. Немного лживой искренности про любовь, тоскливая музыка, немного крупных планов героев, трогательно пускающих слезу или наоборот, сводящих скулы, и вуаля, фильм готов. А если вы не любите мелодрам, то у тебя сердца нет, лживый ты ублюдок. Я, честно говоря, жанр не люблю. Мне кажется, он не только унылым, но и лживым и вредным. Одному богу известно, сколько судеб он погубил, сколько девочек пошли в проститутки и ждали там своего миллиардера, который, о, сюрприз, сюрприз, не приехал. Сколько женщин живут в одиночестве, так и не встретив принца на белом коне, которых, признаться, в природе не существует. Сколько мужчин страдают в одиночестве, выискивая среди хорошеньких, я бы даже сказал, прекрасных женщин, именно ту, которая какает бабочками и выглядит не как человек, а как рисунок из нейросети. Мне иногда кажется, что даже войны принесли миру меньше слез, чем мелодрамы. Не в том смысле, что они слезливые, а в том, что люди плачут гораздо больше, проживая свою несчастную жизнь, взяв в качестве примера любовную историю или образец для подражания из мелодрамы. Но эта история ждет своего автора. Что касается фильма. Поклонникам жанра наверняка он понравится, но есть вещи, которые уже набили оскомину. Когда-то давно, когда я еще был маленьким, ну не то чтобы совсем маленьким, но давно, американский киногерой Рокки тренировался, бегая по снегу и рубя деревья топором. Могу поспорить, не имея на то лицензии. Готовился он к противостоянию с русским киногероем в американском представлении Иваном Данко, или Данко, которого блистательно исполнил Дольф Лундгрен. Так вот, русский боксер готовился к бою с Рокки в ультрасовременном спортзале с самым современным оборудованием. И, конечно, по законам жанра, проиграл. С тех пор все кинотренеры всех кинокоманд тренируют свои команды черт знает в каких условиях. Но это невыносимо. Больно за спортсменов. Ну ладно, ладно, киноспортсменов. Пора запретить этот прием, как изживший себя окончательно. Рокки бился за мировое боксерское господство и поэтому усердно таскал шины. А Петров? Петров борется за никому неизвестный кубок. Для чего эти жертвы? Тренируйтесь нормально в спортзале. А если серьезно, то тренировки без специального хорошего оборудования на плохих полях большого толку не дадут и подходят разве что очень любительским командам. Мужички, капучино на кокосовом, принесите ему! Еще одна линия, которая, абсурдна. Профессионалом своего дела человека делает ответственное отношение. И если у тебя разбитое колено и ты хромаешь, то нужно его восстанавливать, а не ехать на тренировку доламывать колено. Потому что это колено, оно одно. Ну, в смысле, их два, конечно, но оно в каком-то смысле одно. Встреча хоккеистами модной, крутой звезды из Москвы вообще выдает в них группу алкашей, а не команду, бьющуюся за титул. Это серьезная битва амбициозных мужиков, а не девичьи слезы. Ой, он нас не любит! И они будут рады приезду крутого игрока, даже если он мудак. Во всяком случае, командное настроение будет хорошее, а вот индивидуальное хуже. Он все же кого-то усадит на лавку. В общем, в понятной, милой истории есть множество раздражающих деталей. Да ну нас. Про актеров два слова и разбегаемся. Как ни крути, Александр Петров, невероятный харизмы актер. Да не может этого быть! Просто любо-дорого смотреть. Все понятно, все предсказуемо, но очаровательности сил нет. Еще понравился Сергей Лавыгин. Ты можешь молча там колоть этот какого или что-то там? Очень здорово. Остальные не понравились. Мария Аронова просто из фильма в фильм делает одно и то же. Ну вы же мощь! Главные герои какие-то не очень харизматичные, что несколько утомляет, ведь смотреть большую часть времени приходится на них. В общем, довольно средний фильм с обворожительным Петровым для любителей сопливых мелодрам. Любите всплакнуть, тогда вам зайдет. Если вы брутальный брутал, то, конечно, обязательно идите, фильм растопит ваше жестокое сердце.
Подписывайтесь, ставьте лайки, шлите апельсины бочками и читайте мировую классику. Пока.